вообще. Ну, просто она будет полной дурой, если она к нему вернется. Сейчас. Да. Не скучаешь по дому? У нас не такая же рана, тоже хорошо. Так, Кузин рассказывал. А вот вам мистер волшебник. Гребен, да, чисто как краб. У Игоря такой пузик. Это пресс, вы ничего не понимаете. У меня такой же пресс. С разрешения только снимать. Только сбоку, только сзади. С разрешения. Разрешение на съемку присутствует. Вот. Так нету. Так, видите, бицуха какая. Блин, эти выбитые пальцы вообще мешают жать. Ну да, когда травма есть. Где девушка, за которой ты прилетел? Она улетела к своему бывшему. Обратно. Она только тут сутки пробыла. И улетела. Обратно. Сказала, все, люблю, не могу, хочу к бывшему и так далее. Это кто? А вы про кого? Там был Ромашов, бегал, если вы про это. Яна Макарская. А ты была на проекте? Тут ты такие вещи пишешь, мне кажется, что ты была на проекте. Но я тебя не знаю. Жирок. Ну вот мы тут от него избавляемся, вот смотрите. Вон, видите, как жмет. Вот, красава. Там мою пасту приготовила. В смысле я здесь? Он ждет. Кто? Какая я? Она на острове. Не переживайте. Ты говоришь, я, ну, типа, возможно, ты была на проекте, вот такие вопросы задаешь. Может быть, если была на проекте, то я знаю. Что? И что за я на проекте, которая думала, что на проекте? Яна Макарская. При мне такой не было. А, она пишет, что знакома с некоторыми просто участниками. Нет. А. Так, Ромашов, да, бегал Ромашов. Она на острове. Да, на острове. Так на острове, что ее никто не видит. Ромашов только с прямого вышел. Ну да, он берет телефон раз в 4 дня. Привет, привет, кто только что присоединился. Привет, привет. Всем привет. Она на дереве, братан. Яна, выходи. Юля Щеглова с кем общается? Она с Игорем пытается строить отношения. У них тут вопросы есть определенные. Но посмотрим, что с этого получится. Они хорошая пара. Как жизнь? Нормуль. Кто? Кто нужен вам в инсте? Ромашов или Игорь? Есть нормальные малышки. Сейчас очень много новеньких пришло. Я даже не знаю, что происходит сейчас на поляне, потому что мы не видим, что там происходит. Колбаса поистине вкусная там. Халявная колбаса всегда вкусная. Кто бы что ни говорил. Какой твой идеал? Вот когда встречу, тогда я расскажу. Толик, насчет подкаста, да, но тут надо будет улавливать. Ромашов и Игорь. Так напишите просто в инсте в поиске Ромашов Евгений, и там вам выбьет. И то же самое Русанов Игорь. И вам выбьет все. Не так сильно, как ожидалось. Ну, тут за каждым участником прикреплен человек, который отвечает за все. О, это что там? Есть, нет, привет, привет. Зацепила меня. Привет, привет. Здравствуйте, Дмитрий. Неожиданно вас тут увидеть.
А где тут? На острове или на Доме 2? Или в прямом эфире? Ты в паре? Если да, то с кем? Нет, я не в паре. В телефоне хотя бы не лазят они. Не знаю. Мы этого не знаем. Но у них есть доступ к нашим аккаунтам полностью. Кроме Бузовой можно что ли уже слушать еще? Короче, нет. Кроме Бузовой слушать... А, ну Сороку можно еще. Сороку, Бузову, Черкасова, Ромашова. Все. И Барова. Здесь все знают. А кто это там Пирожкова слушает? Это... Как его? Просто смотрел Даня историю какую-то. Там была. Так. То есть на сообщения в Инстаграме не всегда участники отвечают. Просто нет возможности. Бывает, что... Ну, сообщений много, телефон дают на очень короткое время, поэтому не всегда успеваешь на все сообщения ответить. Вот и все. Вот. Если я не успеваю, то у тех ребят, у которых там по 100 тысяч и больше подписчиков, так тем более. А у некоторых там и миллион есть, миллион с копейками. А так в среднем по 200 тысяч ребят, я знаю. 100-200. На расхват. Яна, если ты такая умная, приходи на проект. А то со всеми знакомы, а на проект, на проекте нет. Давай, бери и приходи. Привет, привет. А что, в ответ не подписываешься? А зачем? Подписываюсь только на тех, кто мне интересен. Я далеко. В день на сколько телефон дают? На час. Во сколько спать ложитесь? Ну, где-то после 12, после часа, в принципе, можно ложиться, но обычно ложимся часа в 3. Вот. Ну, бывает, что лобная с Москвой заканчивается поздно, поэтому бывает и позже. Да, доброй разницы, променял доброй разницы на Дом 2. Доехать не могу. Ой. Проходи кастинг, тебе купят билет в любой точке мира. Тут же все так. Так, прямые эфиры никаких не может быть, только с участниками проекта. Вчера лобного не было из-за ветра. Было, но мы убежали там, прервали его. А что, что потерял? Наушники. А, у меня, кстати, мои в шкафу прямо на полочке лежали и до сих пор лежат. Да? Никто ничего. Что вы говорите? Не лайкают? Кто? А, это блокировка. Подожди сутки. Это нормально. Не, я просто в этот, на ответы отвечал. Так, сначала должно кто в твоем вкусе, потом можно уже идти. Напиши мне в директ, обсудим этот вопрос. Если есть вопросы, такие прям можешь. Пишите в директ. По возможности всем отвечу. Так. Зацепила меня. Ты мне уже там ответил. Напиши еще раз. Давай, не дури головы, напиши. Напиши, говорю. Можно, если один вопрос. Есть один вопрос. Напиши, без проблем. Отвечу по возможности. Ну, если он адекватный и
нормально, я отвечу, без проблем. Все, ребята, короче, пойду разгребать директ. Давай, пиши. Привет, привет. Все, ребята, в общем, всем пока. Будет возможность, выйду в эфир. Лена, привет. Если что, пиши в директ, все. Эфир уже заканчиваю. Что хотел узнать? Ну давай, узнавай. Только быстрей. Там сейчас 7+. Короче, сейчас...